Всем привет, уважаемые зрители и подписчики моих трех каналов, а именно Рутуб, Ютуб, Дзен. Всех, собственно, я приветствую. Перед началом ролика хочу вам рассказать о том, что в моей замечательной группе ВКонтакте, как обычно, проходит замечательный конкурс на вот такой вот красивенький дигл. Дигл Рельсотрон. Около 150 рублей, как видите, он стоит. Из Counter-Strike 2, CS2, да, новенькой нашей прекрасненькой, в кавычках, игры. Народу участвует довольно-таки мало. Шансы выиграть очень большие у вас. Поэтому залетайте, участвуйте. Кому все это дело интересно, ссылка будет в описании под этим роликом. Загляните в описание, перейдите, поучаствуйте в конкурсе. Также мы здесь разыгрываем ключи на игры. Обещать, конечно, ничего не могу, давненько их не завозили, но, возможно, спонсор когда-нибудь дозакинет ключика на конкурсы в группе ВКонтакте. Также через ВКонтакте можно найти мою группу. На этом и заканчиваю оповещение. Всем желаю приятного просмотра и всем желаю удачи в конкурсе. Также у нас здесь присутствуют отзывы победителей конкурсов. Все, всем удачи! Лучший дешевый буст CSGO, конкурсы на скины CSGO и раздача ключей на игры, стримы по CSGO и различным другим играм. Если тебе это все интересно, залетай на мой YouTube канал или же на мой Twitch канал. В этом видеоролике я хочу сделать обзорчик на новинку, которую я купил в Чижике. А именно, это у нас получается банка с крышкой чешни. Чешни, я не знаю, что это такое. Удивился даже названию, когда увидел в Чижике самом. Чешни — это банка. Пластиковая крышка. А, да, пластиковая крышка тоже была в комплекте. Сейчас ее тоже принесу. Вот она, я ее принес. Пластиковая крышка. Чешни, надо будет запомнить. Так вот. По объему, судя по всему, получается здесь 1 литр, я так понимаю. Ну, плюс-минус где-то 1 литр. Здесь 0,5 я сейчас налил. Прям с бутылки. Такой вот. С бутылки налил 0,5. Все, 0,5. Еще где-то долить, и где-то, в принципе, литр выходит. Так вот, покупал я это дело все в Чижике. Там бывает такое, что завозят новые всякие приколюхи, продукты, не знаю, там конфетки, печенье, какие-то там приборы, еще там что-то. В общем, респект за это Чижику. И плюс по доступным ценам, дешевым ценам, можно так сказать, да. Это на самом деле прикольно и приятно. Всякие там, всякая посуда, там, чайники. Это прикольно, реально. Всякие там шарфы вязаные, носки. В общем, круто. Мне нравится. Кстати, недавно еще видел, как называется, для взвешивания. Весы, во. Весы видел. От бренда Galaxy Line. Так. Бренд, который производит вот эту посуду, называется Passabacher. Ну, что-то типа того, я хрен знает, как правильно читать. В общем, вы еще видите на своих экранах. Это единственная отметочка какая-то на этом, на этой посуде, на этой банке чешни. Больше здесь ничего особо написано не было. Посуда из натрия и кальция силикатного стекла, банка с крышкой чешни. Крышка была, она внутри. Вот здесь она вот так использовалась, чтобы закрывать крышку полностью, плотно, скорее всего. Но я ее убрал, поскольку это получается же пластик. Пластиковая крышка, пластик вреден, пластик опасен, особенно для мужчин, поэтому пластик нахер, нахер убираем его. 180 рублей, я говорил, не говорил, стоит эта банка, за 180 рублей купил. Там еще была банка поменьше. Можно ее, наверное, было приобрести. Но я что-то особо не понимал,
где 0,5, где не 0,5, потому что здесь написано вместимость 1100 сантиметров в кубе. Я хер знает в миллилитрах, как это все дело переводится. Может, это все дело можно перевести в литры. А, 1,1 литр. А, то есть это один к одному, что ли, получается? А, это один к одному получается. То есть 1100 куба сантиметров переводится в 1,1 литр. 1 литр 100 миллилитров. Все, буду знать тогда, окей. А там было 590 вроде еще. Еще одна баночка была вот такая вот. Окей, буду знать, надеюсь, запомню. Изготовитель ООО «Посуда». Нижегородская область, город Питники. Ну, судя по всему, Пасабахсе. Пасабаке.ру. Блин, как будто компания какая-то французская, что ли. Давайте, в принципе, даже это дело загуглим. Мне интересно посмотреть. Пасабахсе. Что за компания? Давайте узнаем. Что за компания? Существует Пашабахче. Ну да. Деятельность турецкого концерна. А, судя по всему, Турция какая-то, да? Ну, в принципе, Турция, грузинское что-то тоже, Пашабахче. Сосед сверлить начал. Так, продолжаю, пока сосед не стал снова сверлить. Покупал я эту посудину под очистку воды. Как видите, у меня лежат на дне минералы, там натрий, кальций, ион серебра. Это все дело я рассказывал, даже показывал очистку воды вот в этом ролике, если кому вдруг интересно, где покупал эти минералы. Превьюшка, название, если вдруг кому интересно. И следующий также ролик. Это обзор как раз на вот этот пакетик, где эти минералы содержались. Тоже превьюшка, название. Южнокорейский минеральный пакетик, назовем его так. В принципе, под это все дело, под очистку воды я это дело и покупал. Все, больше рассказать нечего. Очень у... А, нет, почему есть? Очень удобно в плане вместимости, но неудобно заливать в бутылку, допустим. Тут нет никакой емкости, дырочки какой-то, чтобы заливать это все дело. В моем случае бутылку. Нет такой возможности. То есть проливается, ну как сказать, не чуть-чуть, я бы не назвал это чуть-чуть. Вот допустим 0,45 в бутылку 0,5 где-то залезает. Нет, даже это дофига. 0,48, я бы так сказал. 408 миллилитров влезает. Остальные 20 проливаются, так скажем. Но я это все делаю с полотенцем. Подкладываю полотенце, поэтому на полотенце все стекает. Поэтому имейте в виду, что тут нету какой-то прям дырочки, отверстия, чтобы выливать все это дело. Вот теперь точно вроде как все рассказал, цену сказал. Прикольная банка, мне понравилась. Крышка и все как надо. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, до скорых встреч и всем пока. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning.